Здравствуйте, уважаемые угличане. Перед нами два молодых дерева, точнее, два куста молодых деревьев. Этот слева куст клена ясени лисного, вот, а справа, вот вместе с этими плодами, это ясень обыкновенный. То есть клен ясени лисный, а это ясень обыкновенный. Видите, какое интересное получилось соседство. Оба этих дерева в нашу природу углицкую вклинились, как говорится, они пришли для нас. Почему? Потому что ни то, ни клен ясени лисным не растет здесь, это дерево Северной Америки. То же самое, собственно, ясень обыкновенный. Он любит расти в поймах рек, на высокой пойме, редко заливаемой. В наших чисто углицких местах, я еще раз говорю, ясеня нет. Это только в городских посадках. Много его здесь у нас по городу есть. Украшает и дает богатый корм для снегирей. Сейчас как раз такая пора, что снегири уже вовсю начинают выедать плоды, эти крылатые орешки ясеня. Так вот, ясень вдоль рек растет. У нас в Ярославской области есть он на самом юге, в Переславском и в Ростовском районах попадается. Там вместе с дубами, там дубы, липы, клены. Вот так, в таких вот лесах широколиственных, смешанных с хвойными, он и встречается. Южнее, допустим, между речи Клязьмы и Оки, ясень растет по долинам этих вот рек, которые впадают в Оку и Клязьму. Там есть ясень, довольно-таки много. Он вместе с кленом, с липой и с дубом. Это дерево семейства маслиновых. Обратите внимание, маслина, известна наша классическая, та самая олива, которую все прекрасно знаете, хотя бы по тем же самым маслинам, которые продаются по плодам, так, по оливковому маслу. Так вот, эта олива – представитель семейства маслиновых, и ясень сюда же к ним же и относится, к этому же самому семейству. Сюда же и сирень мы припишем в это самое семейство. Разные виды жасмина сюда же относятся, семейство маслинных. Ну и другие, где-то набирается всего 30 родов различных растений, а видов 600, большое разнообразие. Так вот, культура маслины уходит далеко-далеко вглубь тысячелетий, даже в Древнем Египте она уже вовсю возделывалась. А ясень только в диком виде у нас. Применение у него тоже определенно есть, это дерево, кстати, лекарственное. Кора у ясеня применяется в молодом возрасте как слабительное и как жаропонижающее средство. Древесина ясеня, она очень интересная, она красивая, красная такая, красноватая точнее, буровато-красноватая. Очень легко расщепляется вдоль, колется. Я сам в детстве это испытал, дрова, колол ясень на дрова, так просто прелесть, со звоном поленья раскалывается, прекрасно. И вот эта древесина очень декоративно-деловая. Благодаря своим свойствам она гибкая, тоже прочная, применяется в сельскохозяйственном машиностроении для изготовления деталей деревянных сельхозмашин, так в столярном деле применяется. То есть древесина находит большое применение. А так, цветы у ясеня невзрачные, цветет он весной, это апреле-мая, такими пучками, наподобие вязок, это тоже вы знаете, как вяз у нас в Угличе цветет. Сплошь бурыми пучками весной покрывается от своих тычиночных цветков. Та же самая ясень, похожая картинка у него по обеим сторонам ветвей. Такие пучки весной будут, когда еще листья только будут начинать распускаться. И потом на месте этих вот пучков, этих цветков образуются вот такие вот кисти, свисающие вот таких интересных сухих плодов, которые так называются в целом-то орех крылатый. Хотя вроде ничего такого орехового нет, да, но тем не менее вот так вот называется орех крылатый, крылатый орех. И вот эти крылатые орехи, вот эти плоды, очень любят снегири. Вот они берут его, срывают, и вот здесь, если мы расщепим, слега, снимем эту кожуру, то внутри видим такое продолговатое семечко буроватого, бурого цвета. Вот оно маслянистое, ну, семейство маслинных тем более. Так, вот оно, видите, какое длинное. Вот снегири за ним и охотятся. Питательное, поэтому такой и спрос на них. Вот здесь, если мы снег разгребем пониже, тут уже целая россыпь этих плодов, сброшенных снегирями. Сейчас пока снегирей здесь нет сегодня, а так-то они уже начинают эту ясень уже объедать. Вот здесь хорошо видно на снегу семена, точнее плоды. Так что, собственно, даже вот из-за этого его свойства, из-за этого обилия плодов, которые очень любят снегири, стоит как можно больше рассаживать по городу. Потому что сам ясень декоративен сам по себе в течение всего собственного года, так? А главное снегири, которые очень долго пользуются им в течение, по сути дела, всей зимы. Вот такой у нас получился сегодня небольшой зимний рассказ про два
дерево, про ясень обыкновенный, но и немножечко про клен ясени лисный.